У нас действительно очень интересные подходы у каждого из участников, да, и они, ну, они в принципе все о там, хорошем корпоративном управлении, да, просто они действительно, как что называется, from different background. Петр, вы хотели добавить, да? Добавить. Вот мы говорим тут частные компании, государственные компании. Я предлагаю вообще перестать говорить про частные компании, они как-нибудь сами разберутся. Вот не надо им помогать, точно разберутся. Более яркая красная карточка. Вот. У нас, почему мы все говорим про государственные компании, когда заходит речь об управлении? Потому что там творится вот тот весь неописуемый бардак и ужас, про который кто-то говорит, кто-то молчит, но он весь там. В частных компаниях как-то они справляются, делают бизнес, многие прибыльные, нормально развиваются, и все у них хорошо. Поэтому я предлагаю говорить про корпоративное управление, про госкомпании, как их, наконец, надо там приватизировать, тогда вот этот бардак и ужас уменьшится сильно причем. Петр, ну МФК, МХП, Новая почта, Галнафтогаз, это же частные компании. Вот и надо их оставить, они разберутся со своим. Так они сами хотят, как же их оставить? Они приходят и говорят, мы хотим. Их оставить? Но они к кому? К нам, что ли, приходят? Ну, к нам они приходят. К консультантам приходят каким-то. Да. Вот, ну, вот, и говорят, приходят. Хотим корпоративное управление. А вот госкомпании, которые никому не приходят, потому что им комфортно, вот к ним надо приходить и что-то то с них те, требовать. Те, которые приходят сами, их принимать? Те, которые приходят сами, они учились в бизнес-школах, они много путешествуют, они знают, как это надо делать, и они, в конце концов, все это делают ради своего кармана. То есть они понимают, что это их выгода. Вот и надо оставить. И я еще вот маленькую такую ремарку скажу. Вот Игорь сказал, интересы компании какие-то есть. Я вообще не понимаю, что такое интересы компании. Мы помним. Есть интересы акционеров. Разные у них есть. Там миноритарные, мажоритарные. Иногда у них противоположные интересы. Есть интересы менеджмента, топ-менеджмента компании. Это я все понимаю. Вот что такое интересы компании, вообще не знаю. И когда пишут, надо действовать в интересах компании, ну нельзя так писать в законе. Это вообще не знаю, что такое. Уже написали.